Доброе утро, мои дорогие. Вот такое утро. Проснулась в 7 утра, вышла. Чуть-чуть дождичек моросил, прям чуть-чуть. Пошла, белье сняла. Думаю, ну, сейчас, наверное, ливанет. Посмотрела погоду. В 9 утра обещают дождик. Ну, вот, что-то поморосило чуть-чуть. Перестало. Ждем. Очень хочется дождика, очень хочется. А утро началось с маленькой неприятности. Последняя бутылка молока прокисла в холодильнике. Зато включила ноут, а там у Ларисы Табашниковой новое видео. Вот она показывала, убирала свой дом. Там пыль вулканическая везде проникает. И показала квартиру в новом доме. Построился дом. Вот вам и Гватемала. А квартиры-то очень достойные. $200 000 стоит квартира. Кухня с гостинкой и 3 комнаты и 3 туалета с душем, вы понимаете? Вот так, почти в каждой спальне туалет с душем и отдельно такой гостевой. Вот вам и пожалуйста, Гватемала. Да. Вот и задумаешься. А посмотришь, ой, там страны отсталые, нищие. Ага. Это нам песни такие поют. На крыше дома открытая площадка. Есть где детям играть, позагорать, отдохнуть. Зеленая площадка. Так и хочется сказать, живут же люди. Где взять $200 000 и поехать в Гватемалу? А у меня тут приезжают, удивляются, что 3 туалета на 2 дома. Так, ну ладно, будет дождик-то, нет? Мне сегодня надо ехать на почту. Отправлять посылку в Питер и в Вологду. Ну, сейчас посмотрим, будет дождик, нет ли. В крайнем случае, после обеда съезжу. Тихо, так хорошо. Ладно, пойду я позавтракаю. У меня там еще творог есть. Хотела кашку сварить. Не получилось. Ну чего, золотые? Начинаем новый день. Начинаем опять трудиться. Она на горлице летает. Такая, вроде милый такой голубь.
А кричит так. Ладно, доброе утро, мои хорошие. У меня тут с вечера как было все, так и лежит. Вот сделала вчера себе, отремонтировала два кольца. Вот это кольцо мое любимое. Сломалась оправа, ну, была вот так вот, окантовочка тут сломалась. Видите, друза какая. Ну, без оправы, конечно, смотрится подешевле. Ну что, сделала его просто вот, посадила. Вот. Агат такой. Вот, и сделала вот такое вот кольцо. Это из браслета, видите? Ну, их не видно так. Вот такое. У меня все кольца огромные, я маленькие. Как-то не понимаю. Были и маленькие, но серебряные, которые были, отдала Саше их. Как-то не знаю. Мне кажется, они у меня теряются на руках, маленькие. Ну и это вот. Это кольцо я покупала еще в Болгарии. Это уже лет 9 назад, наверное. Чего-то не вижу, а где у меня кольцо из лабрадорита? Что-то недавно оно мне на глаза не попадалось. Надо полазить, посмотреть по своим коробкам. Нашла. Вот смотрите, видите, какая иризация у него. Просто прям. Обожаю его. Это я заказала сам камень на Алиэкспрессе. И тоже его на кольцо приклеила, и все. Очень, очень его люблю. Но практически не ношу. Вообще, очень редко. Очень редко одеваю. Так что это? Ну, красивый, да? Вот его как только не называют лабрадорит. И павлиний глаз. И, ой, господи, столько у него названий. Вот люблю такие кирпичи, да. Все свои украшения из лабрадорита, что разобрала, что покидала в коробочку. И чего-то так и забросила. Надо разобраться с ними. Видите, какие камушки-то. Ну вот, вот. Двое сережек только у меня. Надоели, потому что и думала, соберу, и что-то и забыла. А он тут у меня, видите, он же лабрадорит, он разный, он есть серый, черный и зеленый вот такой вот. Вот. Надо как-то заняться, сделать любимый мой камень. Зеленый тоже. Надо сделать что-нибудь новенькое. Вот что надо сделать. О, как и обещали, к 9 часам. Вон, чего? Только будет ли толк от этого? Может быть, так же и уйдет?
Ну ладно, сейчас посмотрим. Ну что ж такое, а? 2 часа, дует, дует, всю пыль подняло. Пылище тут летало, как не знамо что. А дождя так и нет, и тучи уже ушли. Все раздуло. А я, блин, так надеялась. Думаю, хоть польет, поливать не надо. Ма. Видно, не судьба. Вон пылище какая летает. Ну что, сейчас подует, подует, и, скорее всего, солнышко выйдет, уже светло стало. Да и все на этом и закончится. Ждешь, ждешь этого дождика. Блин, то весь июнь дожди были, теперь дождя не дождешься. Все не так. Ну, я сижу, своими делами занимаюсь. Сделала 2 браслета. Да потому что вот получается, 2 часа потеряла. Но так бы я могла там заняться стыковкой своей. Думаю, ну такие тучи, ведь сейчас ливанет. Ну и вот так вот. Ладно, что делать? Вот представляете, окна открыты, вот такая пылища летела с улицы. Я вчера только его протирала. Сейчас села, думаю, Япона-мать. Вот такая пылища. Я когда еще в прошлом году отдавала, начался коронавирус, я уезжала и отдала в ремонт ноутбук в Мурманске. Они его при мне разобрали и говорят, ничего себе, а что это за такая желтая пылища, забит весь ноутбук? Я говорю, Крым, детка. Вот так вот. Вот и ждешь дождя-то, хоть пыль бы прибила. И это они вот этой мулькой, вот этим дерьмом посыпают дороги, которая вот настолько летучая, легкая. Это кошмар. Ну что, я готова ехать на почту. Вот такая у меня огромная посылка. Это в Питер. А вот это Александре в Вологду. Сейчас вызову такси. И поеду. Так, а пока почта, у почты обед. Сижу, вот делаю украшения из имитации жемчуга. Вот оно будет двухрядное на таких штуках с листьями. И вот делала, и понимаю, что оно какое-то скучное. Вот достала листочков. Попробую, сейчас сделаю листочки. Ой, пока делаешь, девчонки, 10 раз переделаешь, пока что-то самой понравится. Ну, посмотрим, что получится. Ну вот, Саше я отправила посылку со своими вещами. А Александре не отправила. Александра, что ж вы удалили сообщение с адресом? Я приехала на почту, залезла в телефон, а адреса нет. Ну, что ж вы, моя дорогая, пишите адрес и не удаляйте его, пожалуйста, до вторника. Теперь почта будет работать только во вторник. Так что я только во вторник смогу отправить. Так, ну что, мне надо молока. Так, кое-чего. Пойти до Доброцена, что ли, дойти прогуляться.
Вот видите, какая погода-то сегодня. Сейчас ехала, таксист говорит, господи, 3 капли упало в центре. И все. Ну ладно, хоть солнце не шпарит, это ладно. Так, куда? В яблоко идти? Там сейчас не продохнуть, не пропихнуться. Вот вроде хороший магазин, но что вот эта теснота и народу там просто. Доброцене тоже, небось, очереди полоумные. Так, зайти в какой-нибудь маленький магазинчик, да и все. Стою, рассуждаю вслух. Свадьбы. Я думаю, что там случилось? Крику столько. Так, пойду-ка я в яблоко зайду, а там посмотрим. То у меня все как всегда. Сходила в магазин и стою, жду Толика. Еще на кассе я стояла, ему звонила. Сейчас приеду. Я уже очередь на кассе отстояла, уже тут стою сколько времени. Ой, блин. Вот что меня бесит в нем. Ну, хоть сказал бы, Люб, 10-15 минут, да? Ну, ладно, я бы посидела, покурила бы спокойно себе. А то нет, стою вот на дороге. Дура дурой. Уже такси бы давно приехало, я бы уже домой уехала. Блин. Ой. Беда с этими Толиками. Я говорю, все телегами. Слушай, а пьют-то сколько? Народ, такое ощущение, что приезжает пить сюда. Это тебе так кажется. Набирают телегами. Я понимаю, что это не одному человеку, компаниями, но это же, блин. А берут, чтобы, да, чтобы 2 раза не приходить. Да? Вот тут сейчас вот будет видно. Вот это вот. Видишь? Да. Ты бы уже построил. Да какое-то там крутое древнее место на таком месте. Ну да. Это... Ну что, пришли мои тимуровки. Вот это как называется? Я говорю, эксплуатация детского труда. Ну, заняться девочкам нечем. Ой, какую штучку мне подарили. Сейчас. Смотрите, какая кошка. Кошка. Подождите, сейчас. Смотрите. А? Ну, конечно, приятно. Ну, вот чего говорить-то. Ой. Гляньте, 4 руки. А такие вот это все молчком. Чего-нибудь спросишь, ну ответят. Меня Саша сказала, это ненормально. Что такие подписчицы. Почему ненормально? Мне кажется, нормально. Люди-то все разные, правда ведь? Ну, посмотрите, вымели мне весь угол. Мне неудобно. Но я говорю, ну что ж, я бессильная старуха, что ли? Вот, а я им отдала большое кашпо, которое у меня пустое стояло. Вот, и завтра еще, говорю, если надо, еще завтра еще одно отдам. Мне уже их ставить некуда. Делать-то все равно надо. Вот видите, сегодня вот листочки сделала, но еще не до конца доделала. Вот, на тыковке. Эх, не с кем шашлычков-то пожарить. Ой. Все лето вот это.
выдираешь, жжешь это дело. Господи. Ну... Ой, боже ты мой. Ой, на удивление, сегодня у меня длинный день. Прям даже не дождусь никак вечера. Так устала. Столько дел переделала. Ой. Вот, посостригала траву ножницами. И вот девочки мне помогли, подмели там листья. Я это все вот потихоньку засыпаю. А вон у меня сколько тут. Ну, это ж надо, чтобы высохло. Вот видите, очищаю от фиалок. И все это надо будет закрыть чем-то, засыпать. Ой. Время 8:00. Кошка у меня вон рыжая пришла. Сидит, ждет, когда я ее покормлю. Сейчас, подожди, зайка, я все сделаю, я тебя покормлю. Сколько всего этого надрала. Вот, а. Меня Варламов болтает себе, болтает. Вещает. Кому непонятно. Вот это еще все выдрать надо. Вот, потом я вот делаю бортик из ракушек, чтобы вода сюда не лилась. А то, видите, вот эти вот плитка поотваливалась вся, потому что здесь постоянно вода течет. Вот сделаю бортик повыше, чтобы эта вода уходила туда, в цветы. Зарки сидит здоровенный. Замер. Спит, наверное. Не нарадуюсь на цветочки. Спасибо, девочки. Что, мои дорогие, никак не угомонюсь. Вот выдираю. А что, у них уже семена начинаются? Зачем они мне? Это на следующий год опять будет, не пойми что. Вот, все выдеру. О, устал. Но надо выдрать. Ну что, все. Вот еще вот этот выдрать, а то тоже сейчас семян понадает. И не ругайтесь, а то начнут сейчас писать. Лето, она все выдирает. Я это все выдираю каждую зиму. Но так как я уеду осенью, мне нужно это все заранее убрать. Да и не надо мне, чтобы оно семена-то насеяло. Вот сейчас возьмусь за эту красоту. Жалко, но у него тоже уже семена созревают. Что это? Потом придется еще в следующем году бороться. Так их понавырастает-то уже лес. Хоть розочку стало видно. Ой, какое солнце-то. Как я удачно-то вышла. Ну что, мои золотые, что со мной происходило за день, вы видели? Что остается только? Остается ветер такой сильный. Остается только всем пожелать здоровья, всего самого хорошего. Ну и хорошего вечера вам, спокойной ночи. Ой, прям что-то... Ну, куркалась, да, я с этой тыквой. Прям никаких сил нету. Давайте, мои золотые, не болейте и не грустите. Держитесь. Всем до завтра. Ну, а завтра будет что-то другое. Что-нибудь новенькое. Давайте, мои золотые, давайте. До завтра.
Пока-пока всем. Пока.